Пейзажи северной природы, изображения животных, натюрморты. В детской школе искусств номер 2 открылась персональная выставка губкинского художника Джалила Гахраманова. Экспозиция посвящена учителю художника Зурабу Мамедову. Поздравить мастера с открытием пришли близкие друзья, коллеги и глава города Сергей Бурдыгин. Стоя возле некоторых картин, возле некоторых работ, как будто бы не смотришь изнутри зала, а как находишься там, на этом месте. Эти места знакомы, вроде бы сидишь на берегу этой речки. Отдельной жизнью живет каждая из картин. В них яркая и светлая палитра цветов, отражающая жизнерадостный и позитивный взгляд на жизнь. Всего в копилке мастера более 700 работ. На выставке представлено 62 картины. Все они выполнены маслом на холсте. Он молодец. Он настоящий профессионал и добился этого самостоятельно. Не имея такого профессионального художественного образования, в течение всех этих лет он повышал свое мастерство. Повышал умение работать с красками, научился определять цвет, научился работать с перспективой. Научиться профессионально рисовать Джалил Гахраманов хотел с раннего детства. Мечта воплотилась в жизнь спустя много лет. В 1993 году художник переехал в Губкинский. Заочно окончил Московский институт культуры и изобразительного искусства. «Творчество – удивительное дело», – говорит художник. Человек берет в руки кисть и воспроизводит то, что другие в повседневной суете просто не замечают. Для меня все одинаково. Мне все нравится. И натюрморты, и животные, и птицы, и пейзажи. От одного месяца до года именно столько уходит на создание одного холста. Связано это с тем, что процесс высыхания масляной краски занимает много времени. Одновременно мастер начинает работать над 5-6 картинами. Все зависит от настроения. Но это тяжелый процесс? Когда как. Это зависит от настроения. Бывает очень тяжело идет, а бывает как масло. Выставка в школе искусств номер 2 продлится до 14 апреля. Затем экспозиция переместится в Таркасале. Ближе к лету художник планирует выставить свои работы на своей родине в Азербайджане. Елена Канина, Александр Анфимов. Новости Губкинского.